Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет тест-драйв ВАЗ-2115. Пятнашка, короче, как вы помните, я снимал недавно видео про тринашку, четырку, и вот снова Бруто Чипкасов нас выручает тем, что нам дает пятнашку. Тринашка у нас была стоковая, там, ну не стоковая, там чипов не было, стояла только нитро и гидравлика. А вот четырка была у нас в полном тюнинге, кроме гидравлики. Поэтому, чуваки, сегодня мы будем тестировать вот этого зверя. Это пятнашка. После пятнашки ему приора пошла, если я не ошибаюсь. По-моему, уж не было больше, кроме пятнашки, ничего такого. Потом уже, по-моему, приора пошла, и все. И все стало на свои места, да. Давайте сюда заедем, чтобы нам никто не мешал. Сейчас подробно посмотрим вот эту малышку. Так, поворачиваем. Заезжаем на эстакаду, попробуем заехать хотя бы. Так, главное не разбить ее. Вот такая вот пятнашка на блатах. Бруто Чипкасов просто реально красавчик, помогает. У него есть и четырка на блатах, и вот есть пятнашка на блатах. Ну, видимо, пацан тащится по тазам. Диски на нее не советую никому ставить, кто собрался покупать себе пятнашку. Так, бывшая база для боев. Да. Так, так, за сколько ты ее купил? Я знаю даже, у кого он купил эту машину. И когда он ее купил. Я знаю эту пятнашку, я на ней ездил вчера, но про нее не снимал. Да, я про нее не снимал, короче. Что там за... Какая-то работа или что? Что там, какая-то база? Серьезно? Видел, как там какой-то чекпоинт? Так, 300 тысяч. Что здесь? Здесь... Стоит из тюнинга. Что здесь стоит из тюнинга? Блин, ну пятнашка, не знаю. Вот серьезно, мне вот тринашка, четырка, пятнашка. Среди этой троицы мне нравится больше четырка. Ну четырка мне больше нравится. Не знаю, пятнашка, ну мне не очень нравится. Серьезно, не очень нравится, но хотя, блин, не знаю. Вот тринашка, блин, ну тринашка такая. Кирилл, тут на нашей базе тебя ожидают. Ну, я пока что занят, меня тест-драйв, 2 чипа Заки Сашота. Видите, 2 чипа здесь стоит и Заки Сашота. Окей, так. Давайте чат пока уберу. Вот такая вот пятнашечка у нас. В принципе, прикольная машинка, не знаю, мне нравится. Так, дно здесь прорисовано, по-моему, кстати, да. Дальнейшее здесь, кстати, прорисовано более-менее, так, нормально. Давайте откроем капот. И откроем багажник. И потом навалим на ней. Так, багажник у нас стоит нитро. Ну, блин, да, тоже есть. И какая-то изюминка у нее тоже, да. Но, блин, что-то мне четырка больше нравится, реально. Больше она мне нравится. Так, салончик можно глянуть тоже. Ну, прикольно выглядит, прикольно, реально. Блат номера на ней стоят. КТР 3 единицы. Тачка была у Владоса, потом под... Короче, Владос ее дал Тимохе, и Тимоха ее вчера продал, да. Я знаю эту историю, короче, откуда у него она взялась. Я вот, он мне писал, типа, четырка, я думал, блин, а в смысле четырка? Я думал, он ошибся, типа, на пятнашке приедет. Но, видите, у него есть и четырка, и пятнашка. Сегодня мы сравним, видите, как сложилась ситуация, понимаете? Я сначала снял про тринашку, потом про четырку, теперь про пятнашку, понимаете? Как все сложилось просто охрененно, реально. Давайте капот закроем и багажник закроем. Включим сейчас свитер первого лица. Оф. Так, ну видите, здесь низкая посадка у нас. Салончик, ну, четырки салончик получше, честно скажу. Сзади, ну, нормально, сзади, короче, ну. Четырки с этим получше, первого лица получше все. Честно вам скажу. Поэтому да. Давайте теперь поедемся на ней, навалим, я думаю. Самое время навалить, да? Видите, у него и четырка на блатах, и пятнашка на блатах. Ну, я удивлюсь, если у него еще какая-то тачка есть. Так, это твоя последняя машина. Или есть еще какая-то.
Интересно, у него только 4К и 15К, и все. Ну, я знаю, ну, он при бабках, я думаю. Этот человек, ну, я не считаю чужие деньги, но я знаю, что у него вроде деньги есть. Почему он ездит именно на ТЗах, я не понимаю. Возможно, ему они очень нравятся, эти ТЗы. Скорее всего, оно так и есть. Да. Скорее всего, оно так и есть. Так, нету только эти две. А почему... Почему именно... Именно... Машины... компании Лада. А почему машины именно компании Лада? Я у него спрошу, может. Вот, блин, я не знаю, либо сейчас он ответит, я не знаю, чем ответить, кстати. Так, давайте ММ. Я спидометр включу. Персональные настройки, основные тигравы, чтобы у нас бензин там не закончился. Так, комплектация собираю. А, коллекцию собираю. Ну, то есть, у тебя есть возможность купить, например, Mercedes. Блин, Mercedes. Хэм, давайте напишу. Ну, то есть, у тебя есть возможность купить, например, Mercedes. Мне просто интересно, вот серьезно, вполне есть. Ну, я так и думал, что ты просто любитель тазов. Да, видите, он любитель просто тазов, и все, пацан, давайте сейчас навалим на ней. Я еду, короче. Видите, у него есть возможность спокойно купить себе Mercedes. Но чувак ездит просто на тазах. Они ему нравятся. Он собирает коллекцию. Ну, таким людям серьезный респект. Тазики это мое. А, это наше все. Согласен. Согласен, чувак. Я тоже люблю тазы. Но езжу на BMW и Mercedes. Да, блядь. Это, конечно, я красавчик, да. Я тоже на самом деле купил бы себе таз. Ну, блин, я просто люблю больше всего Бэху свою Мурку. И в реальной жизни люблю Бэху просто, понимаете? Ну, именно. Этот кузов М5 и Е60. Кузов просто Е60 мне нравится. Мне и нравится сам кузов, это обвес. Я люблю эту машину из-за того, что это очень быстрая, мощная машина. А мне именно сам кузов нравится ее, понимаете? А этому чуваку нравятся тазы, понимаете? У него два тазика на блатах. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Реально, что я могу сказать, пацаны? Тазы рулят. Тазы валят, тазы рулят. Тазы — это тема. Можно я сделаю на ней один трюк. Я просто делал трюк на ней вчера, именно на этой тачке, когда она была еще Тимохи. Да. И я хочу повторить его на видос. Получится у меня это или нет, я не знаю. Серьезно, так. Оп. Конечно, инструменты всегда вожу с собой. Сейчас я вам покажу, пацаны, мега-трюк. Видите, на, пацаны, 125, грубо говоря, 125. Ну, среди тринашка просто стоки был. Ну, давайте, 4К-тринашка. 4К едет быстрее. Сейчас будет, пацаны, мега-трюк. Я этот трюк делал, надеюсь, у меня сейчас получится, пацаны. Все, разгоняемся сейчас. Я просто хотел трюк это сделать. Я на бэхе, надо будет попробовать этот трюк сделать. Но у меня получалось только на этой пятнашке делать этот трюк. Поэтому держись, пацаны. Это да, пацаны, держитесь лучше. Оп. Эх, не получилось. Сейчас попробую... Еще раз.
Сейчас пробуем еще раз. Просто, блин, вы сейчас поймете, когда я сделаю трюк, вы поймете, что это был именно этот трюк. Просто видите, здесь такой поворот, блин, неудобный. Она сама должна этот трюк сделать, понимаете? Так, сейчас развернемся. Отсюда разгон, думаю, хватит. Так, включаем нитросик. Хотя можно и без нитро, я думаю, она и так подпрыгнет. Все, пробуем еще раз этот трюк повторить, потому что, блин, я реально хочу этот трюк сделать, потому что я очень хочу этот трюк сделать, короче, да. Блин, не получилось. Так, еще раз, последний. Так, заводим, короче, сейчас пробуем еще раз сделать этот трюк. Ну, серьезно, вот среди ты... О. Вы хороший механик. Чувак починил ее, большое ему спасибо. Сейчас пробуем жопой заехать. Блин, я хочу сальтуху просто сделать. Я реально на ней вчера сальтуху делал, вообще нехрен делать. А вот что-то сейчас не получается, я не знаю почему. Вот именно об эту деревяшку, короче, ударяйся и сделаешь спокойно сальто. Но у меня почему-то это не получается. Сейчас еще раз пробую. Валера Чепкасова. Ага. Так, давай тапку в пол. Все, сейчас должно получиться. Последний раз пробуем. Не получается, едем дальше, короче. Так. Воп. Почти. Есть. Вот этот трюк, пацаны. Вот это я хотел сделать, короче. Все, поехали. Вот это был мега трюк, пацаны. Его очень трудно сделать, но я профессионал, поэтому у меня получилось. Каскадерская школа, пацаны. Приходите ко мне. По этому без инструментов не выжить. Я просто хороший каскадер. Я просто хороший каскадер, понимаете? Вот в чем проблема. Не, ну тачка реально годная. Тачка реально хорошенькая. Так, давайте. Это да. Так, давайте, я хочу скриншот сделать. Так. Пов. Так. Сейчас надо скриншот сделать. ММ. Пишем настройки. Выключи сонетик здравы. Так. Вот так вот попробуем сделать скриншот. Так. Вот так вот. Турботаск, конечно, пацаны, валит. Вот что я могу сказать. Это турботаз. И он валит. И он реально валит. Давай сейчас с места просто. Подшлифовочка. Кстати, вот именно пятнашка переднеприводная. В реальной жизни, по-моему, она тоже переднеприводная. А вот тринашка и четырка, они заднеприводные. На самом деле, передний привод мне больше нравится, потому что это более реалистичнее. Ну, пятнашка же переднеприводная, по идее, да? И это более реалистично, на ней тоже можно подрифтить. Но лучше всего дрифтит, пацаны, это четырка. Вот серьезно, вот четырка победитель среди этой троицы. Тринашка, четырка и пятнашка. И, как по мне, самое лучшее из них это четырка. Конечно, не знаю, как будет ехать тринашка в полном тюнинге, но, как по мне, четырка больше всего рулит, короче, и вообще просто соска реально. Ну, пятнашка тоже симпатичная такая. Но больше, повторюсь, мне нравится пятнашка. Тоже валит, видите, вообще нормально так валит она. Очень так прикольная. Вот можете брать, пацаны, либо... Вот, понимаете, тринашка дорогая, да? А вот что пятнашка, что тринашка, они стоят практически одинаково там. И тюнинг вам тоже выйдет одинаково. Тут уже решать вам, либо пятнашка, либо четырка. Но мой выбор стоит на четырке. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.